Вино! 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 Моя мама ищет меня. Может, это невежливо, но мне кажется, что мы уже встречались. Поэтому я и пришел сюда. Я встречал многих девочек, но я никогда не видел таких красивых, как вы, госпожа. Могу ли я узнать ваше имя? Я спрашиваю, как вас зовут? Меня зовут Аран. Аран? Послушай, магистрат, я же говорила тебе не пить воду забвения, а ты пил ее. Я сейчас помру. Что теперь делать? Что толку, если я единственная, кто помнит? Ну что толку-то? Ты не помнишь? Ты правда не помнишь? Что теперь будешь делать, потерявший память? Давным-давно жил призрак по имени Аран и магистрат по имени Ким Ин О. Бесит. Это длинная история, я даже не знаю, как мне ее начать. Что делать-то теперь? Зачем ты ее пила? Что же теперь делать? Ты все еще не помнишь? Ну зачем ты пил воду забвения? Зачем? Сколько раз я тебе говорила не пить ее? Я знаю. Ты говорила мне столько раз, что я уже запомнил. Разве помнить и запомнить одно и то же? В любом случае, это ведь главное в нашей истории. Перевод фансаб группы «Мания», текст читали Ворон и Трина Дубовицкая. Спасибо, что оставались с нами.